В Беларуси с 1 декабря на 5% повышаются трудовые пенсии. Это третье увеличение в этом году. Перерасчеты проводились в марте и августе на 7,10%. Также с января на 14,7% вырастет минимальная заработная плата. Она составит 554 рубля. Автомобилисты с 1 декабря обязаны перейти на зимнюю резину. Шины необходимо установить на всех колесах. За нарушение грозит штраф до 32 рублей, за повторное – до 160. Гололед, между тем, уже преподнес немало сюрпризов для автовладельцев. По стране за последние дни зафиксированы десятки ДТП. Чаще всего причина – скользкая дорога. За 10 лет в Беларуси зарегистрировано порядка 15 препаратов против онкологии. Налажено производство сложных высокотехнологичных лекарств. Излечивают до 80% пациентов. Остальным значительно продлевают жизнь. Количество спасенных ежегодно исчисляется тысячами. В стране проходит акция по безвозмездному донорству, которая посвящена 90-летию службы крови. Внести вклад и тем самым спасти чью-то жизнь может каждый здоровый белорус. Добровольцам предусмотрены выплаты, увеличение отпуска и дополнительный выходной. Ежегодно около 100 тысяч человек таким способом протягивают руку помощи. С декабря стартовал второй республиканский правовой турнир для старшеклассников «Сила закона». Его проведение приурочено ко дню юриста. Интеллектуальное состязание пройдет в 3 тура в формате онлайн-тестирования. Все темы связаны с основным законом нашей страны.